В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. На улице Пугачева камера зафиксировала, как водитель «Лады» 13-й модели спровоцировал ДТП. Полиция выявила у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. Подробности в рубрике «Место происшествия». На перекрестке улиц Чёрса и Пугачева встречный водитель «Лады» не уступил дорогу «Шевроле». В момент удара в иномарке находились дети. Вероятно, виновник аварии отказался от экспертизы на алкоголь. Что-то произошло, один на один. Да, ну все понятно. Так, ты живой, не? Конечно, живой. Поломали, не? Давненько. Ты знаешь, да? Знаешь что? Нет, я расскажу. На, братка, давай все. Давай все. Езжай. Неудачно зашли в магазин двое мужчин на улице Украинская. Они хотели поиграть в игровые автоматы, но в итоге нарвались на грабителей. Хулиганы с кулаками набросились на приятелей, а потом забрали у них телефон. Досталось и мужчине, который пытался заступиться за потерпевших. Он играл в автоматы, ударил по автомату. Автомат игровой выключился. И из этого все началось. Постойте, не уходите, вам скорую вызовем. Постойте, постойте. Постойте, я вам сейчас скоро помогу. Заступившегося за приятелей мужчину скорая увезла в больницу. Другие потерпевшие поехали с полицейскими в отдел. Вскоре двух подозреваемых задержали. Никого не били? Никого не били? Конечно. Нет. В прямом смысле слова наехал на судебного пристава 45-летний должник на улице Блюхера. Его «Ладу» арестовали в счет долга, но мужчина с решением был не согласен. Он сел за руль автомобиля и пошел на таран. Я не отойду. После этого мужчина закрыл автомобиль, пересел в черную иномарку Hyundai и уехал. В результате происшествия девушка-пристав получила травмы. «Ладу», на которую был наложен арест, увезли на эвакуаторе. По факту применения насилия в отношении пристава в Следственном комитете возбудили уголовное дело.